своими. У него там 3 собаки, сейчас, кажется, 2. А ураган здесь. Он, когда Потеряевку уехал, ураган-то мне не чужой, на меня переписан был в нашем благовестии. И все равно созвонился с ним. Я говорю, его никто не выгонит. Может, конечно, конечно, я знаю, можно, мы знакомы с ним. Вот каждое утро я его стараюсь выводить, когда время есть. Стоялся. Не надо забывать, что это чемпион России бывший. Теперь там другие подошли, молодежь. Вот он как идет себя. Какие звуки издает. Ему дали щурку, у него это желание есть катать. Катаю ее. Доброе утро. Доброе утро. Иди сюда! С ума сошел с этой щуркой. Стой! Стой! Сейчас пойдем. Поставь, куда гулять пойдем. Кольцо. Надо раскрутить вот это вот. Ой, да я пришел. О, ладно, ладно. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем гулять. Ой, пошли гулять. Засиделся, представь себе. Целыми сутками он в траве сидел, не видать, а траву-то убрали. Он видит, что происходящее. Вчера играет, а я подошел, стою напротив, он сразу замер, долго смотрел на меня, видит, я не шевелюсь, он не может понять, то ли живой человек или не живой. Мы ходим утром, здороваемся с Шариком. Пошел. И Сергею это облегчение все-таки. Мы друзья с ним. Всю дорогу я с ним делился и сливками, и палтусами, рыбой там. Из Германии коврик ему дали в подарок. Он любил сушки. Я ему сушек в награду дал, когда вернулись. Давай, травинки выбирает. Это ему нужно. Это от глистов. Ой, какой ураган. Чего списали-то? Инвалид. А он что, больной или что? Нет. Пойдем. Сейчас тихо не разговаривай. Смотри, Шарик узнает, что мы идем. Он не лает, я хожу туда-сюда. Но когда иду с ним, то ли от ног он слышит, сразу начинает, даже не показываемся. Меня это сильно удивляет. Смотри, чтоб цифры бежали. Четко и ясно. Сейчас у нее будет, наблюдай, как он начнет пощаться везде. Все, уже пошел, ногу поднял, вон он. Все, моя территория. Да. Так, это сразу же это вот, гляди. Успевай, но нельзя трогать. Нельзя, Шарик хороший. Хороший Шарик. Так он его осматривает. И главное, лезет между ног под пузо. Так. Так, теперь этот подойдет, понюхает. В это время успевает сзади. Так, стоп. Так, это он не зря крутится-то. Ему... Подождите, братья. Я его возьму, держу. Так, он сейчас конуру. Так, этот беспокоится. Ох, скорее. Это территория каноническая. Его каноническая территория. Ух ты! Вот он наблюдает, как утром. Это у него мацион такой. Я у него отпускаю сюда, чтобы он здесь пометку взял. А Шарик, видите, как он там. Даже надо не обращать. Для него главное пищать он поставил. Как он посмел? Это наша территория. Наше государство собачье.
Так, подожди, сейчас он пойдет метить, будет даже у тебя конуру залезет, пометит. Так, что ты? Так, так, еще туда. И эта травинка моя была. Так. Вот это, я вижу, заправка даже более мощная, чем у этого. Вот он поест сейчас с травы. А на траве будет, как бык воспитывается. Давай. Пошли. Давай, гуляй, гуляй. Да хороший ураган. Вон он пошел. Давай. Каждую травинку жует. Это ему что-то нужно там для профилактики. Давай. Это он нашел. Он зарыл вчерашнего. Он направился первый раз здесь. Понимает слово фу. Давай, гуляй, гуляй, скорее, гуляй. Вот он пошел, это он перед тем, как сесть, начинает ходить. Давай, давай. А вот как шарик на это будет реагировать, увидишь. Так. Давай. Ух ты! Скорее, еще раз помочиться. Это моя травинка. Какая струя у него идет. Мощная. Вот так. Ну, давай, гуляй. Не выводить мне его не надо из этой области. Давай. Ему надо где-то сесть. Вот все, нашел место. Хорошо, хорошо. Выгул, выгул. Хорошо. Вот он сел, оправдается. Шарик этого не потерпит. Он сейчас начнет волноваться. Гляньте, да что, запах-то пошел какой. Это явно, что у них тут епархиальное. Ох, так скорее свое. Так, все, границу провел, все. Знак поставил. Двуглавую собаку. Вот так. Так, это не все. Так, сам проверил. Хорошо. А вот теперь смотри. Ой, ой. А он пошел метит-то у себя. Ты не заметил, он там пометил. Но. Сейчас где-то. Вот он. Вот успевает смотреть. Видишь, еще делает. Это от как будто бы он с похмелья глубокого. Шарик-то еще думает в это время. Ой, ой. Гляди, гляди, гляди опять. Иди, вообще, что это вот он валяется ты? А шарик-то пошел тоже оправляться по-тяжелому. Он никогда при мне не оправляется по-тяжелому. А тут в отместку ему. У тебя печать и у меня печать. Какая? Фиолетовая. Вот оно, все. На одной ноге стоит. Так. Тут ты. Так, этот не... Что-то он тут нашел. Валяется. То есть видал я тебя на спине, и то не боюсь, что нападешь. Ну давай, гуляй, гуляй, хороший, 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 ну-ка. Ой, ой, опять помочился. А вот когда мочится, он не нападает в это время. Так, этот пошел конуру, наверное, сейчас будет метить себе. Ой, шарик, ни голоса, ничего не издаст. Все, полная тишина. Это последнее серьезное предупреждение. Ох, как это... Гляди, по всем правилам. Подпись, верительная грамота. Все, вот вам, на. Вы наших выгоняете, мы ваших выгоняем. Вот так будет, все. Отказ в дипломатическом атташе там везде. Все. Смотри. Как они тут осматривают, нет ли печати на конуре. Он освещать ее будет сам. Что-то нашел косточку. Этот не видит, что его косточка попала ему в руки. Это не годится. Таможенный сбор пошел у него. Вот видишь, как инвестор пришел. Но смотри, шарик, иди ко мне, иди ко мне. Да хорошенький песик. Да замечательный песик. Маленькая собачка с большим сердцем. Ой, какой хороший. А этот ест, но не бойся шарика.
Они в прошлый раз, он был привязан, они с Верном напали, ногу ему отломили сразу. И он тогда, нога срослась. Сергей не тот, она как лутошка вот так у него. Вот он какой, да молодец, хороший. Видал что? Ну шарик, потерпи, ну ты все равно не ел. У тебя это было не востребовано. У тебя заначек этих, знаешь сколько, как у хорошего миллиардера в каждом банке. И в Швейцарии, и в Америке, и в Израиле, везде. Так и ты накопал, я видел тут, и вороны все ищут, где ты еще спрятал. Ты шарик вообще-то пережил, героя шарикового толоконника, тот помер уже. Владимир Алексеевич, 73 года жил. Имел орден от казахской страны. Ну что ж, пойдем? Утащил, да? Не стыдно тебе? Эх, воровством себя запятнал. А! Пошли. Все. Сейчас ему не до этого. Но вчера он валялся. Я не знаю, это больше 10 раз он опрокидывался. И ногами в воздухе мотается, а голос подал. Вот смотри, сейчас когда мы вернемся, как он мгновенно замолкает. Ну-ка, шарик, пойдем проверим, что там делается. Почему он лает? Давай. Ой, он ищет где-то, у него косточка была, а косточки-то и нету. Так, чей знак-то сказать? Что такое? Уже не боится. Вот он как, еще разок. Вот что-то зарытое тут, но... Зарытое у него что-то. И как будто друг друга не знает и не видит. Вот. Понимаешь, нет? Давай критиковать друг друга не будем. Давай. Но. Так. Так, стой. Это твоя печать. А сверху я свою, если поставлю. Так. Так, готово дело. Переметили. Все, гражданство теперь другое. Вот так. Плевал я на тебя. Так, шарик не пойдет. Дело шарик понул. Переметил. Документы переделывали. Акт о ненападении пока сохраняется, потому что более важная тут есть персона. Давай. Травы ест. А тому переживание. Он целый день будет теперь метить это. Ну все, шарик, пошли. Это ураган. Не ураган, не упади. Он не тронет. Не тронет, подожди. Пойдем. Вот он, косточку нашел. А вот если гуси есть, гусям подходим, вот интересно, я уже показывал. Вот все, мы до поворота дошли, и он в это время голосок только тяпнул один раз. Он знает, лишнее болтать нельзя, потому что у того атомное оружие есть, базы вокруг выставлены, ракета, а вон голубь белый, который один живет здесь, с черным мужем. У них одни дети вывелись, и другой выводок готовится. Вот они где. Вот она, голубка моя. Вот она, хорошая какая. Это она с этой. А те гуси-то вон где. О! Красавица. Вон она, смотри, как прилепить сейчас куда. Види, вон она. Вот так. Остальные все здесь. Ох, кто идет? Ой, ой, хвостом, я пошел. Ой, да кто же тут идет? Доброе утро. Доброе утро. Ой, ой. Ну что, как кормилец твой пришел? Ну да. Ты послышал вопли, какие я когда снимаю гулять? Он не человеческие вопли издает. Знакомо. Ой. И как сейчас валялся перед шариком опять так же. Ну мало, несколько раз.
Шарик не может простить, что он по-тяжелому. Шарик никогда не ходил. Шарик немедленно тоже по-тяжелому пошел. В отместку. Вообще удивительно. Но травы много ел сегодня. Ладно. Я туда пошел. Там туда. Ну-ка, пойдем. А ну-ка, пойдет, он пойдет или нет? Через забор, через жертв не прыгнет? Вперед, вперед, подожди. Вперед. Нет. На барьер, как сказать. Барьер. Барьер. Ну-ка, барьер. Барьер. Подожди, назад. Так, барьер. А он, это нужен разгон. Тихо. Так, вот ураган. Барьер. Барьер. Нужен разгон, разгон надо, разгон. Неудобно, как бы забор был. Так. А ну-ка, впереди барьер, барьер. Ну-ка, вперед, барьер. Да ладно, не пойдет. Как бы забор был, тогда дело другое. А вот это может прыгнуть он. Так, подождите. Вот это, вот барьер. Опа! Вот тут понятно. Ну-ка, еще разок. Барьер. Вот так. Ой, хорошо. Там какой-то поезд идет, не пассажирский. Ну а что я сделаю? Не будешь же сидеть? Вот это закончилось. Так, подожди. А вот это вот в другую сторону и вот так вот. Все. Ух, щурка окаянная. Вот так. Ну что, Шарик? А, врага. До свидания. Давай. Щурку он не отдаст никому. Ну что? А, вода, тут еда. Все, пошли. Собака – это друг человека. Он с нами проехал в Тихом океане, в Охотском море купался. И доехали до Атлантического порт, не знаю, как называется, но Лиссабон, Португалия. Он и в Белом море, кажется, купался, и в Черном, с этой стороны, и с той, в Турции, в каналах, Дон, Волга, везде купался. И озеро Сиван, мы с ним были. Там снимки сделали. Давай. Ну что, Коля, наверное, уже пора. Все, отрывай. Ровно. Выключай.